18 октября. Память преподобного исповедника Гавриила Игошкина, архимандрита. Преподобный исповедник Гавриил, в миру Иван Иванович Игошкин, родился в 1888 году в деревне Самодуровка Пензенской губернии в семье крестьянина. Иоанн был старшим сыном в семье и с детства узнал, что такое тяжелый крестьянский труд. Родители воспитали его в благочестии и обучили грамоте. Иоанн полюбил храм Божий, а дома проводил время за чтением духовных книг. В 1903 году благочестивый юноша ушел в монастырь Жадовская пустынь Симбирской губернии. С началом Первой мировой войны был призван в действующую армию. В 1917 году демобилизован по болезни. В 1921 году Иоанн был рукоположен в диакона Свято-Троицкой церкви города Покровска, а затем во священника к этому же храму. В 1929 году отец Иоанн принял монашеский постриг с именем Гавриил. Первый раз отца Гавриила арестовали в 1931 году и приговорили к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Срок он отбывал в Екатеринбургской области. Позднее батюшку не раз арестовывали. В лагерях он тайно исповедовал, отпевал умерших. Отец Гавриил служил во многих московских храмах, а позже стал настоятелем храма святого Николая Чудотворца в городе Меликес. Всю свою жизнь батюшка нес свет христовой веры людям. Подвижник Божий тихо отошел ко Господу 18 октября 1959 года.